3 числа, приблизительно в часа 3 дня, пошла в магазин. Стояла в очереди. Сзади зашли русские, начали разговаривать с местным населением. О чем точно говорили, не знаю. Единственное, что я услышала, как один из местных показал мою сторону пальцем и сказал: «Вот она, Бандеровка». Из-за нее началась вся война, из-за таких, как они. Потому что они очень много там гавкают в Центральной Украине. Во всем виноваты они. Вот. Он сказал, это она, жена военного. Я поняла, что они на меня уже посмотрели скоса. Я быстро вышла из магазина. Я даже не успела дойти домой. Я не успела. Они сзади в двери зашли. Я не успела взять телефона. Я не успела ничего. Они просто молча повалили меня на кровать, молча придавили автоматом, раздели. Ну, где-то от 3 дня в 4 часа утра они ушли. Они просто ушли. Они между собой почти не разговаривали. Просто обозвали, пару раз вот обзывали хохлушкой, бандеровкой. А потом они говорили: теперь твоя очередь. И все. Потом встали, говорит: все, ладно, нам на пост заступать. И ушли. Противно. Очень противно. Жить не хочется. Я просто сама акушерка. Какую помощь себе нужно, я надала сама. Все остальное, я думаю, я там справлюсь. Я верю, что здесь будет Украина, и что наши отомстят. Им просто отомстят. Я покажу пальцем тех местных, которые в меня тыкали.